от обсуждаемых вопросов. Но на депутате, на сегодняшнем заседании, бесспорно, отдельные моменты и эмоции перехлёстывались. На отдельных вопросах депутаты уходили от повестки. И я принял решение по просьбе депутатов Саратовской областной думы в рамках регламента поручить мандатной комиссии и регламентной группы изучить поведение депутатов на сегодняшнем заседании и дать профессиональную оценку деятельности. На ваш вопрос, который вы задали, что-то произошло? Ну, видимо, что-то произошло. А причина в том, что, видимо, уже долго работали, у депутатов сдали нервы, каждый депутат отстаивает свою позицию, он имеет право на то, чтобы заявить свою позицию, но другие также горячо отстаивают свою позицию. И в ходе изучения или доведения своей позиции до членов сегодняшнего заседания, видимо, отдельные депутаты не справились, первое, своей эмоциональной нагрузкой, а второе, с этикой депутатского корпуса. Но, уважаемые друзья, сегодня все законопроекты, которые были включены в заседание Думы, все до единого приняты. Ну, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот это может ли, ну, с учетом того, что это стопроцентно будет новость федерального уровня, все-таки депутаты, драка и так далее, как вы считаете, это вот может ли негативно отразиться на имидже областной Думы? Сегодня на заседании областной Думы, я еще раз повторяю, произошло то, что депутаты не справились со своими эмоциями и, видимо, и я обратился к мандатной комиссии, нарушили как регламент, так и определенные требования депутатской этики.